всем привет! Вот и закончилось наше грандиозное историческое мероприятие, которое проходило в городе Ижевск. Могу сказать, что для меня это было вообще символичное мероприятие. Почему? Потому что год моего старта в компании «Армель», это был 2016 год, нам представили Александру Шудетку как директора по маркетингу, и ровно через несколько месяцев также в городе Ижевск состоялось первое такое обучающее событие, где Александра нам рассказывала, к чему мы хотим прийти, как правильно продвигать ароматы. В общем, начала запускать систему. Собственно, мы по-другому начали видеть сетевой маркетинг. Так вот, сегодня у нас новая волна. Мы теперь развиваемся в ногу со временем. Мы идем в ногу с миром, так скажем, да? И вот эта идея Marketplace, это, конечно, номер один сейчас на рынке. И это новая идея. И что происходит? Снова Ижевск, друзья. Поэтому я считаю, что это очень символично. Для себя получила в очередной раз массу инсайтов. Я не пропустила ни одного события от компании. Считаю, это очень важно. Но самым трепетным моментом для меня сегодня является, что мы приехали не одни, а с нами целая команда вот таких прекрасных, красивых девчонок. Они тоже приехали в Ижевск с разных уголочков Удмуртии, правильно говорю, да? Вот, поэтому для меня очень важно, какие инсайты получили наши партнеры, что они вынесли для из этого мероприятия. Я бы сейчас хотела, чтобы вы в нескольких словах для команды, для нашей с вами истории ответили на этот вопрос. Ну, я изначально ехала за пинком, потому что что-то бывает такое, что настроение где-то падает, да, что-то где-то не понимаешь. И когда приезжаешь на такое событие, смотришь, что реально люди-то работают, и они не останавливаются, и мне надо, да, как бы за ними где-то, ну, так скажем, подтягиваться, не отставать. Вот для этого это очень хорошее. Ты много получила? Да. Отлично. Алена? Ну, вообще, я приехала, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Ты на первом мероприятии от компании? Алена на первом мероприятии от компании «Армель». Здорово. Какие у тебя эмоции? Ну, эмоции просто переполняют различные. Как бы и радость, и восхищение. Вот приехала, чтобы лично увидеть основателя Вячеслава Демидова. Привет! Познакомиться лично с Олесей, с Володей. И как бы я в восторге. А какие у тебя планы на дальнейшее теперь? Когда ты осуществила свои цели, у тебя появилась новая цель? Да, я теперь буду лучше работать. Ставлю себе новые цели. Какую квалификацию хочешь на мероприятии в январе? Ну, я бы закрыть бизнес-партнер. Супер! Отличная цель, я считаю. Первое мероприятие от компании и первая цель по маркетингу. Супер, Алена, обязательно сделаем. Ирина? Привет всем. Я тоже хочу сказать, я первый раз на мероприятии «Армель». Сюда я шла потусоваться, познакомиться со своими лидерами, про которых я очень много услышала, от своего наставника Ирины. И хотела очень сильно посмотреть на нашего президента, вообще, кто основал эту компанию. Я еще своей сестре говорила, ты, Ирина, представляешь, ты живешь в одном городе с директором нашего маркетинга, с Александрой Шудеговой. Я говорю, это такой человек, которая вот своем... Я сейчас посмотрела, она не высокого роста, но у нее столько амбиций, она всего может, она так вдохновляет человека. Но самое главное, знаете, что я отсюда вынесла? Что у нас «Армель» все время продвигается, продвигается, и я недавно, как полгода назад, так, я первый раз увидела про ораторское искусство. Думаю, ну, мне надо, наверное, этому научиться правильно выражать свои знания, эмоции, вообще правильно задавать вопросы. И вообще, вы представляете, у нас теперь есть этот курс, и мы можем почти что за копейки получить. Ну, я, наверное, себе точно, не наверное, я себе точно приобрету и буду предлагать даже другим. Хотя я в этой компании лично для себя только, чтобы пользоваться ароматами.
В любом случае мы видим, что не бывает все просто так. У тебя был запрос, да. И он, возможно, пришел к тебе через компанию Армуда. Да. Да? А теперь, друзья, представьте, сколько запросов у нас с вами в жизни разных. И, возможно, отчасти с вот этой новой концепцией, когда мы развиваемся не в одном направлении, да, очень много запросов может к вам прийти также через компанию Армей. Ну и те эмоции, которые девчонки выразили сегодня, спасибо вам, кстати, огромное за искренность. Вы видите, что мероприятия, они не проходят просто так. И мы растем от события к событию. Поэтому следующего события, 21 января, я желаю каждому из вас, если вы поставили для себя определенную цель, чтобы вы к ней шли, пусть даже мелкими, планомерными шагами, но вы к ней дошли, и в январе мы с вами уже встретились в более большой нашей командой. Всем пока, с вами была Олеся Селезнева.